Вы смотрите видео об отеле Annabel Hotel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Annabel Hotel расположен в стране Испания в регионе Коста-Браво и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 90 километров от аэропорта Барселона, в 30 километрах от Жирона, в центре Лорет-де-Мар, 250 метров до автобусной остановки, 100-300 метров до клубов и баров. Отель Annabel расположен в центре города, в тихой зоне, в 350 метрах от пляжа Платья де Лорет. Отель предлагает к размещению 246 комфортабельных номеров со всеми удобствами. К услугам гостей отеля Annabel: ресторан, два бара, закрытый бассейн с подогревом, открытый бассейн, детский бассейн, лежаки у бассейна, зонтики у бассейна, телевизионная комната, теле- и видеосалон, парковая зона. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, один конференц-зал до 200 персон, два бассейна, один крытый с подогревом, один открытый, спа-центр, салон красоты, прачечная, лифты, обслуживание номеров, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби бесплатно, парковка по запросу платно, обмен валют. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, кондиционер сплит, мини-бар платно, сейф платно, душ или ванна, фен, телефон, балкон, подключение к интернету бесплатно, детская кровать по запросу бесплатно. Номерной фонд отеля состоит из всего 240 номеров, стандарт рум, окей, 25 квадратных метров, максимум 3 плюс 1 человек, 4 номера для инвалидов, стандарт рум. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть закрытый бассейн, сауна, турецкая баня и два джакузи. Также бесплатно доступны сауна, турецкая баня, джакузи, настольный теннис, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется фитнес-центр, массаж, солярий, бильярд. Для детей есть один открытый бассейн, мини-клуб, возраст 4-12 лет, услуги няни платно, детская коляска-депозит, детское меню. В ресторане – детское кресло, детская площадка, развлекательные программы. Год постройки гостиницы – 1970. Год, когда был сделан последний ремонт – 2010. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.